8 июня наша страна отметила один из самых добрых и нежных праздников – День семьи, любви и верности. В преддверии этой памятной даты в Северном парке прошло тематическое мероприятие «Большие семейные выходные». Вместе со славянцами удалось отдохнуть и нашей съемочной группе. Анна Монастыренко с подробностями. Каждые выходные в Северном парке выступают лучшие творческие коллективы Славянского района. В этот раз праздничное настроение жителям создавал духовой оркестр. Прогуливаясь по аллеям парка, отдыхая на лавочках, славянцы не только с удовольствием слушали всеми любимые мелодии, но и танцевали в такт музыке. Также атмосферно и музыкально было и на другой стороне парка. В молодежной зоне развернулись разнообразные детские тематические площадки, которые были подготовлены специалистами управления по делам молодежи и образования. Наша станция называется «Веселая карусель». Для детей мы подготовили цветной парашют, на котором мы с мячом играем, с детьми крутимся, вертимся, летаем. Дети в восторге. Мы одни из самых первых начали наша станция работать. Но я думаю, всем нравится, потому что люди от нас не уходят. И мамы, и папы. Только махни, только позови, они также становятся вместе с детьми, с нами играют. В рамках большого семейного выходного было подготовлено множество развлечений для детей и их родителей. Здесь можно было сделать веселую зарядку, поучаствовать в творческих конкурсах, поиграть в шахматы, большой дартс, половить рыбу, познакомиться с образцами современного оружия. Одним словом, всем, кто пришел в парк, было чем заняться. Интересно провести время всей семьей. Пришла сегодня с внуками. Мой внучок маленький еще не умеет участвовать, но смотрит внимательно. А Ева поучаствовала в крестиках, ноликах, дартс. Рыбы наловила, целое ведро. Будет сегодня уха на ужин. Очень прекрасно, замечательно просто. Все молодцы. Так здорово, пришли поиграть, еще и призы дают. Вообще замечательно. Всем славянским жителям пожелаю, конечно же, чтобы у всех были крепкие, дружные семьи. Много любви, радости и любви к родине тоже очень многое значит. Будем воспитывать в детях патриотизм. Большие семейные выходные продолжились концертной программой, в рамках которой с удовольствием выступали все желающие. В семье Халиловых 4 дочери, и для своего папы они исполнили песню. Многодетный отец, а точнее папуля, его покою конец, у него есть лапули. В душе лишь птички поют, расцветают цветочки, ведь очень любят и ждут его папины дочки. Всем участникам праздничного концерта, посвященного Дню семьи, любви и верности, от Управления по делам молодежи были вручены грамоты, а от спонсоров приятные подарки. Праздник очень хороший, много развлечений для детворы и для взрослых, потому что взрослые тоже зачастую не находят время провести с детьми. А это такая возможность, когда можно новые воспоминания семейные какие-то создать, тем самым, конечно же, провести весело время со своими детьми. Дорогие друзья, мы поздравляем всех с этим замечательным праздником, с Днем любви, семьи и верности. Будьте здоровы, будьте счастливы, гармония всем семьям. Ну и, конечно же, самое главное, чтобы была любовь. Вот такими яркими, душевными и теплыми получились большие семейные выходные, посвященные замечательному празднику и Дню семьи, любви и верности. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».